Друзья, привет! Мне захотелось прокомментировать одну интересную вещь. Знаете, мне как блогеру достаточно часто пишут, значит, ты кем-то проплачен, чей выполняешь заказ, заказная кровавая провокация. Ну, знаете, когда высказываете просто свое мнение, просто мое личное мнение, да? Вот я утром проснулся, да, не с той ноги, и что-то такое написал, да? Но не потому, что проплачен я сюда, просто взял и написал. Так люди сразу начинают себя накручивать. Зачем? Какой там третий смысл за этим скрывается, да? Знаете, я недавно для себя вывел аксиому, как понять, что человек совок, да, ну имею в виду в мыслях, в менталитете, совок, да. Очень просто, человек совок и житель страны третьего мира, какой-нибудь банановой республики, это все вместе идет. Смотрите, в нормальной западной стране никто никогда не ищет теории заговора. А знаете, почему не ищут? А у них все хорошо в жизни. У них хорошие зарплаты, хорошая медицина, хорошее соцобеспечение. Им не надо заморачиваться, что там кто-то про кого-то написал. Но вот все можете представить, что жители Норвегии прямо всерьез обсуждали, что, например, какой-нибудь там грузинский блогер, посетивший Норвегию, написал, что у них дырки в асфальте. Прямо сейчас Норвегия будет кипеть. Что за этим стоит? Кем он, интересно, проплачен? Да, во-первых, им наплевать, то, что про них думают. У них есть другие заботы, у них все хорошо. Их больше беспокоит небольшой рост цен на электричество там, на 3% в 2022 году. Вот там. Ну, или условно говоря, там их беспокоит то, что уже 3 дня идет дождь. Да, их это беспокоит больше, чем все войны мира вместе взятые. Вот. А в странах бедных, странах банановых, таких третьего мира, там у людей просто в менталитете есть что-то такое. Они думают, что высказать свое мнение, которое не совпадает, скажем, с мейнстримом, то есть, так сказать, с линией партии, да, может только человек, за которым кто-то стоит, да, то есть вот условно вот стою вот здесь вот на улице, и сейчас, например, скажу, что здесь на улице воняет говном, да, к примеру, здесь не воняет говном, но, допустим, скажу, воняет говном, и, допустим, кто-то скажет, интересно, кем Лапшин проплачен, а никем не проплачен, допустим, просто воняет говном. Смотрите, в нормальной стране человек может высказывать свое мнение без всяких опасений, что его за это убьют, накажут, осудят. Он просто высказал свое мнение, да? И только в банановой стране третьего мира люди думают, что свое мнение, его не существует, еще что-то говорит, он получил заказ, он проплачен, он там что-то там задумал такое коварное. Это вот, то есть, знаете, если у вас в голове появляется мысль о том, что кто-то проплачен, значит, вы житель банановой страны, и у вас в голове совок. Понимаете? Потому что на самом деле в то время, когда вы ищете в кавычках проплаченных, несуществующих проплаченных блогеров и журналистов, в это же время уже давно купили с потрохами вашу страну, ребята. На этом все. Пока.